В японской префектуре Кумамото извергается вулкан Аса. Синоптики повысили уровень опасности извержения до 3 по 5-бальной шкале и призвали местных жителей не приближаться к подножью огненной горы. Из-за обильного выпадения вулканического пепла вблизи Аса приостановили железнодорожное сообщение. Кроме того, сразу после извержения почти 30 тысяч домов в префектуре Кумамото остались без электричества. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.